В соревнованиях принимают участие 335 человек. Это юниорские соревнования. Возрастная категория юноши 2003-2005, через черточку, и девочки 2004-2007. Эти соревнования являются официальными, леновскими, которые и финновскими в том числе, то есть европейский уровень и мирового плана. Республиканские, это государственного уровня, это первое соревнование первенства Республики Беларусь. На протяжении долгого времени юные спортсмены усиленно готовились, прошли предварительные отборы на местах, и можно с уверенностью утверждать, что на первенство Беларуси попали лучшие из лучших. Поэтому долгожданная победа здесь достается в напряженной борьбе и ценой немалых усилий. Я с деревни Боровляны, Минская область. Был дистанцию 50 бат, проплыл по-лучшему. Соперники очень сильные, ребята здоровые, мощные, хорошо готовы. Весь заплыв был очень сильный, все вплотную шло. Но все затраченные усилия, несомненно, стоят того, чтобы достичь своей цели и взойти на пьедестал. Ведь на кону не просто победа, а билет на юношеский чемпионат Европы и юношеский чемпионат мира по плаванию. Я была 200 комплекс, бат очень хорошо начала. Спина мне сейчас дается нелегко, но я старалась. Брасом я уже все силы вложила, чтобы выиграть. И на кроле уже просто надо терпеть. Я проплыла 2:25. Очень рада результатам. Будем работать и улучшать. А какая дорожка оказалась счастливой? Четвертая. А вот и первая золотая медаль в копилке брестской команды. Егор Канцер опередил соперников на дистанции 400 метров вольным стилем. Но сам спортсмен недоволен своим результатом. Я правильно понимаю, что сегодня вы первый брестчанин, который принес нашему городу победу? Да, я выиграл. А какой результат? Довольны ли собой? На самом деле нет. Планировал результат больше, лучше. Потому что с утра подумал, что не выложился и постарался улучшить вечером. Вечером, видимо, что-то не получилось, но результат есть результат, будем работать, посмотрим, что будет дальше. Стараться будут все без исключения, и на протяжении 4 соревновательных дней в заплывах на дистанции от 50 до 400 метров различным стилем примут участие спортсмены из 8 клубов, которые представят 6 областей Беларуси, а также город Минск. Всего в составе первенства заявлено 7 команд. Брещане уже в первый день громко заявили о себе, а Иван Адамчук даже выполнил норматив отбора на чемпионат Европы среди юниоров.